Привет, друзья! Сегодня мы разбираем 18-е мгновение весны. Хотя сейчас чуть-чуть, немножечко не весна, но мы не будем унывать, а будем смотреть замечательный фильм и будем учить вот эту мелодию. Я ее написал нотками, сегодня я вам сыграю и разберем. Да? А, значит, чего? Вот я не показывал еще в видео, а вы в группе видели. Вот такие магнитики сделал наш мастер из дерева. Замечательно сделал, вскрою лаком, это нашим конкурсантам. Так вот, конкурсанты. Мы посоветовались с жюри, и все, кто желает участвовать в конкурсе, мы настоятельно рекомендуем вам исполнить попурри из тех мелодий или песен, которые я уже разобрал в Ютубе. В общем, выбирайте две или три композиции, соединяйте, делайте вступление, окончание, если в чем-то сомневаетесь, или, ну, в общем, все вопросы пишите мне в личку. Мы с вами решим, как сделать грамотно. Вот, но это не обязательно. То есть, если вы играете что-нибудь, типа, светит месяц с вариациями, то играйте. Вот. Это по поводу попурри. Дальше, по поводу фонда. Значит, 1 февраля, да, мы проведем конкурс. По поводу фонда. В общем, один из участников конкурса предложил сделать так. В общем, спонсорство. Все, кто считают нужным прислать, значит, Яндекс кошелек и Сберкарта в описании. В общем, пишите на конкурс. В общем, мы собираем просто вот такой вот, таким способом. Все, кто считает нужным, то есть не обязаловка, но желательно прислать. То есть, чтобы собрались, наконец-то и мы сделали призовой фонд и подарили вам там струны, допустим, футболки. В общем, самое такое необходимое для вас. Значит, список. Список сегодня протяжный. Полынь, трава. Выйду ночью в поле с конем, белым снегом, на тот большак, и напоследок я скажу. Голосуем, как обычно, в группе и в описании, господи, в комментариях. Так, ну, теперь еще одна вещь, это объявление. Требуется человек, желательно балалайщик, профессиональный или студент, который бы хотел бы подобрать на слух некоторые из композиций Архиповского. И записать это нотами. Вот. В общем, есть заказ для вас. Пишите мне в личку, если вы готовы. Если вы уже подобрали что-то, осталось только записать, то вообще замечательно. Пишите, в общем, все обсудим. Так, это сказал. Ну что, пора разбирать, да, мелодию. Сыграю целиком, по ноткам. Если буду ошибаться, не обращайте внимания. Вступление. Так, значит, вступление я играю, видите, прикрывая струны, отрывисто, потому что маршеобразная мелодия, да? Если играть не закрытыми, ну, конечно, та же мелодия, но немножко другой стиль, поэтому прикрываем вот так вот пальцами, видите, прикрываю. Мелодия 0, 2, 3, 7, 2, 7, да? 0, 2, 3, 7, 2, 7, 0. А вторые струны открытые, открытые, 5, 0, 4, 0. Сама мелодия, значит, со второй струны 0, 0, 0, 2, 3, 5, 5, 3, 5, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 5, 5, 5, 10. 7, 8, 8, 12, 10, 8, 7, 0, 10, 8, 0, 7, 5, 5, 0, 3, 2, 2. И то же самое. Можно 7-0. Вторые струны. Открытые. 5-4-0. Полный аккорд. 5-8-7. 4-7-7.
Открытые. Да. Три, семь, пять, шесть, десять, десять, девять, десять, 13 и параллельными терциями. 12, 10, 7, 0, 10, 1, 5, 1, 4, 0, 0. Еще раз медленно сыграв. Можно играть только на первую долю аккорды. Сложная мелодия, вы с ней быстро разберетесь. Вот, и в принципе можно будет набряться, не даже ее переходить, когда выучите аккорды, расположение аккордов, и можно уже набряться. Помним, значит, по конкурсу голосуем, продолжаем, значит, голосуем по списку, присылаем на фонд, вот, подборщик, и еще присылайте идеи для будущих списков. Помним, что скоро Новый год. Все, пока.